Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Шелсик. Сегодня поговорим о сливе нового Бравл Пасса, который выйдет, который с Сэмом. Поговорим, какие там награды, какой сам по себе боец. Приятного просмотра. Но перед началом советуем подписаться на этот канал. Приятного просмотра. Ну что ж, начнем с наград, которые есть в самом Бравл Пассе. Начнем, наверное, с бесплатного. Вообще, в общем, что мы из важного получаем с бесплатного Бравл Пасса? Это 90 гемов. Это самое важное, что мы там получаем. Потому что если покопить всего 2 сезона, можно уже накопить на новый Brawl Pass, который платный, за 169 гемов. И тогда вы получите нового хроматического бравлера, 2 скина и так далее. Ну что ж, давайте все-таки перечислим все награды, которые мы там получаем. Начнем с бесплатного. С бесплатного Brawl Pass мы получаем 16 обычных ящиков, 25 больших ящиков, 10 мегаящиков, 1100 монет, 875 очков силы, 90 гемов и один набор значков. В принципе, довольно неплохо. Да, прикольно даже. Что мы получаем с платного Бравл Пасса за 169 гемов? Мы получаем 13 больших ящиков, 5 мегаящиков. 1450 монет. 1150 очков силы. Один набор значков. Два спрея. Отдельных значков на хроматического бравлера, нового хроматического бравлера и эксклюзивные скины. Какие они будут в новом Бравл Пассе, нам уже показали в Бравл Толке. То есть это будет скин на Поку и на нового бравлера Сэма. Ну что ж, давайте тогда поговорим сейчас про нового хроматического бравлера, который есть в этом Бравл Пассе. Сэм — это новый хроматический боец 14 сезона Бравл Пасса. Это второй участник Триллс Белли, а также соучастник всех ее преступлений. Если на Сэме надеты перчатки, он может атаковать на короткие дистанции и может одновременно нанести урон нескольким противникам. Если на нем нет перчаток, то он атакует слабее, но быстрее. При этом с перчатками у него всегда полная шкала супера. Так что это первый боец, начинающий игру с заряженным супером. При активации супера в перчатках Сэм бросает их, нанося урон всем, кого перчатки заденут. Он также временно ускоряется. Следующее применение супера вернет перчатки Сэму, при этом также нанося урон, летя назад. Когда он без перчаток, его супер заряжается обычным путем, через основную атаку, либо если пока он их не подберет на карте. То есть, если он ультует, он может подобрать, и у него опять вернутся перчатки, он опять будет наносить больше урона, но медленнее. Вот мы поговорили о новом хроматическом бравлере. Теперь давайте поговорим, что еще важного есть в новом Бравл Пассе. Также есть 2 эксклюзивных скина. Это скин на Поку, в нем изменена атака и анимация. Из-за этого он довольно прикольно выглядит. Также из важного еще и скин на хроматического бравлера. Он тоже, в принципе, выглядит круто. Также эксклюзивного нам дадут там пины, сундуки. А также еще дадут 2 спрея, которые нельзя купить. Так же, как и скины из Бравл Пасса и пины. Вот мы поговорили о новом Бравл Пассе, какие там есть награды, о бравлере, о скинах. В принципе, я думаю, на этом можно заканчивать этот видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!